А, смотри, какие колесики. Вообще ровненькие. Прям опаньки. Ничего там, ни зацепа, ничего нету вообще. Я всегда говорил, что кофр — это всегда самая значимая часть квадроцикла. А, достань, пожалуйста, мандаринку. О, я думаю, сейчас здесь будет жопопень. Опа! Любишь кататься — люби и саночки возить. Давай, херать. Клим не горит, Саня. Саня, клим не горит. Ну что же, наши приключения продолжаются. Ждем сейчас, Шухратик должен стегануть. А, красавец, красавец. Ой, лошара, Саня, застрянешь, а не? Я проехал. Зашуй. А мы сейчас сделаем вообще легко, да, Сань? Даже не напрягаясь, ребят. Вообще, вот просто видите, какая колоссальная разница. Просто из-за того, что это троллейбус, длинная база. И самое главное, что Александр прошел школу чекских проходимцев. Да, она сказывается. Да, он не очкует. 100 сил, 195, 175 сил. И помните, что у нас еще не работает этот, как он называется, пропеллер. Лебедка. Лебедка. Будет 195 сил. Здесь делов-то вообще. Я думал, что-то будет необычное, а здесь... Да, да. Все-таки езда, она как бы дает о себе знать. Надо все-таки проходить школу чекских проходимцев. Вот, смотри, вот школа чеховских проходимцев. Смотри. Вот. А, главное, что в школе чекских проходимцев? Писать. Нравильно, и газ до отказа, парни. А вот, пожалуйста, вот, вот. Легко, легко, между прочим, проехал, даже не напрягаясь. Александр, открой тебе дверь, пожалуйста. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Это очень грязно просто. Знаете, главное во всех этих покатушках, основной вопрос, куда мы едем? Основной вопрос, кто платит за технику. Да, кто платит потом за ремонт, вот да. Поэтому что, едем мы прямо, платит за него, за ремонт мамуля. Точно, как всегда. Так что ничего не поменялось, все нормально. Вон там Шухрат застрял, мы сейчас его, конечно, подъедем, спасем. Подожди, стой, что-то он шевелится еще. Давай. Так, давай. Берем газиком берем. Шухрат, давай. Тебе надо в школу чеховских проходимцев. А те фары-то очень нужны. Во, вообще шикарно. Говорю, школу тебе надо, чеховских проходимцев. Че, цеф подгонять? Ну что, давай, погнали. Давай. А что же нам, чем ответит мамуля нам? Опаньки, ты вышел! Малыш, ты вышел, ты вылез! Ты сейчас испачкаешь костюм свой, не надо, подожди! А ты сейчас что хочешь сделать-то? Подожди, цеф подгоняй! Че сидишь-то? Без цеф и никак! Никак! Голос разматывается, у тебя друзья есть? Просто не вижу впереди никого! Да, вот если бы опять бы не Кирюха бы, хер бы кто вылез бы, блядь. Приезжай к нам в следующие выходные в Чехов, мы тебя научим кататься. Мы тебя научим там, да. Шухрат, приедешь к нам, Шухрат? Шухар, приедешь к нам или не приедешь? Шухар, костюм куплю нормально.
нормальный. Ну ладно, не сытый, я без костюма примем, это тоже нормальный костюм. Вот он, красавец, красавец просто. Опаньки. Вау, 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 вау. Смотри, диоды погасли, разряд аккумулятора ебанистично идет, смотри, погасли нахуй. Ай да, эти, смотри, погасли у него. Фары, половину погасло. И стекло начинает закрываться. О, все, пошла лебедка. Сань, ты что, дурак, что ли, Сань? Ты плюс 300 сейчас, плюс 300 сразу. Парни, и все это, всю любую вот эту технику вы можете прикупить в Формуле X. Внимание! В период карантина магазины торгового центра Формула X работают дистанционно. Алло. На, Андрюх, привет. А подбери мне на следующий год какой-нибудь хороший снегоход. Сейчас я подберу тебе офигенный снегоход. Андрюх, а чего там по квадроциклам? Да здесь их много. Есть и для путешествий, есть техника для грязи, а есть для очень глубокой грязи. Слушай, а давай закупимся впрок. Пригляди на всю нашу компанию. Мотоциклы, эндуро, экипировку, шлема, лодку, да побольше. Мотор на ней, лебедку, мотособаку, электросамокат, палатку, все для похода, крутой гриль, дюжину удочек и охотничьих оружий получше. Закупимся на несколько сезонов вперед. Как думаешь, за неделю успеем все взять? Да хуй за недельку, мы найдем это все за один день. Потому что в Формуле X есть все, что нужно для экстрима и отдыха. Чтобы это навсегда. Сухрат, не сматывай. Мамуля, давай. Он там обосрался со страху или обоссался? Сиханулся, мне кажется, в штанишке чуть-чуть. На самом деле это опа, он просто скинул лишний вес. Правильно. Смотри, какой у него низкий просвет. Вообще какой-то, вообще как она едет, непонятно. Нет, она мамуля, давай, жги. Палласовские свечи. Вот она, красавец, бочком, бочком, понял? Понял, как надо? Вот он, красавец, красавец, красавец просто! Мамуля, мамуля, ты красава! Да, школа чеховских сказывается. Да, только вот это, портянки подтяни свои, а то у тебя болтается все сзади. Это хуйня, главное, выехали. Так, первый идет наш рейнджер, хайлифтер. Сань, она мелкая, здесь даже PRP проедет, Сань. Сань, здесь даже PRP проедет, Сань. Все нормалек. Вот он научился, идет, Сайдика. Бочком. А, бочком. А вот и мамуля. Давай, давай, покажем класс Повариса. Да, троллейбус мог по прямой здесь ехать. Вообще ему похер. Просто похер. Сань, ну согласись, что троллейбус все-таки как бы уникален. Я тебе хочу сказать одно, друг мой, не дай бог, конечно. Вы чеховские, знаешь ли, эти, как это правильное слово назвать, цыкуны. Да, да. Ты видел, да. Все наши прошли ровно по луже. Да. А вы где? По бочку. А знаешь бочком, почему, Сань? Знаешь почему? Почему? Потому что мы умные. Цыкуны вы, цыкуны. Сань, нас цыкунами назвали, Сань. А, смотри, какие колесики. Вообще ровненькие. Прям опаньки. Ничего там, ни зацепа, ничего нету вообще. Но волшебная лебедка делает свое дело. О, прицепили два троса. О, видите? Сейчас посмотрим, что будет. Тянем одним за дерево, другой, соответственно, за генерал. И вот она пошла. Пошла, родимая! Приходится, блин, иногда подбирать. А, почем, шеф? Три мешка гречки. И две тушенки. И две маски. Туалетная бумага есть? Есть. Все, тогда едешь. Все, я едешь. Все, давай. Кирюх, ну что, мы показываем класс CF-мото?
Конечно, по кустам щемится так. А, о, смотри, блядь. О, красава, давай, давай. Вы заметили, как троллейбус прет? И это с учетом, что здесь сидят два жиробаса и один худыш. И один олигарх. Два жиробаса и один олигарх. Хорошо, пусть будет так. Чего случилось-то, Галюнь? Разборка пошла уже. Вот он, троллейбус, красавец! Красавец просто! Ну как же без BRP-то? Да, 190 сил, конечно, решают. Вопрос, где у нас привал? Жрать хочу. Малыш, ты устал. Жрать хочу. Проехали, останавливаемся, вот минут уже 8 ребят ждем, но вон они едут, слава богу. Так что... Ну да, еле-еле как нас там пытаются еле догнать. А так вроде бы мы хорошо идем. Следующую субботу покажем еще кое-что. Кое-что. Да, так что не будем забегать вперед, ребят. Подписывайтесь на канал «Чешские проходимцы». Смотрите нас и покупайте технику, конечно же, Formula X. Мы Шухрату приготовили за это, как это, засаду приготовили. Сейчас сделаем все красиво, сейчас покажем, что Поварь здесь проехал. Да ты что? Нет, так и было. Ай, красава, Шухр! Монстры бездорожья засели. Сейчас ДТП вызываем мусоров. Вот он. Смотри, как надо. Вот видишь? Сашунь, а что случилось-то, Сашунь? А ты далеко не уезжай отсюда. Александр, а что вы скажете о школе чехских проходимцев? Ну, сфига ли это? Андрей Сергеевич, так. Это наши. Да ты что? Это наши, и машинка наша, и пассажир ваш. Пилот. Пассажир ваш. Пилот наш. Первый у нас идет рейнджер, хайлифтер. Вот он. Делов-то вообще. Это даже не интересно. Нормально там пропёр, да? Там шикарно. Решили немного всполоснуться, потому что я не понимаю, как сейчас. Нос вытри, нос. Смотри, какой. Еще козявка. Ну что, ребят, у нас обеденный перерыв. И на обеденном перерыве
я ем, как это называется, продукт, который очень трудно достать. Гречка с говядиной. Вообще офигенно с тушенкой. Просто супер офигенно. Народу в сайте сколько у нас здесь набралось. Вот он, весь народ. Погода супер. Покатушка офигенная. Надеюсь, вам тоже нравится. Ну, а мы продолжаем. Смотри, просто сейчас поедешь, как бог. Клим не горит, Саня. Саня, клим не горит. У тебя какой-то слой там, походу, на них что-то не подгорает. Конечно, это ж клим. Ему все равно. Тефлоновый. Оп! Что у нас здесь будет сейчас? Сань, ну люди интересуются, ты там не пошутил, Сань, насчет BRP-то? Опа! Фаер-шоу? Да, фаер-шоу, да. Сказочный долбоёб. Зачем его только в больницу? Ладно, едим на самом деле баранину. Два слоя. Два слоя, да, намазали аж. Вот так мы боремся с коронавирусом. Вот так вот, да? Да, вот так. Вот так вот. Думаешь, поможет? Я думаю, что да. Ты просто со злобочем не зовусь, и все нормально будет. Я думаю, что если жопа сесть туда, то точно поможет. Маврик потеряли, а вот у нас прибился еще один. Смотрите, как удобно, комфортно. Молодец. Есть у нас вот такой сейчас пока мавр. 20 километров на нем пробег оказалось. Что там случилось? Злобу. Вот такое бревно вот сюда вошло изнутри. Блин, вытащили. Я это не заснял. Мих, я тебя не признал сначала. Все, да? Да. Чуть девственности не лишили. Да, ну ладно, ничего страшного. И вверх пошел. А, ну что, мы добрались? Сань, докуда мы добрались? До жопы, да? Ага. Ну, знаешь, вот так вот на камере наверняка эта жопа не будет видно. Ну, я пойду сейчас вниз, может быть, вы как-то попробую вам показать. Ну, о-о-о. Я думаю, сейчас здесь будет жопопень. Стабильная жопопень будет. А все почему? А потому что так вот на камере 100% не видно, какой уклон. Сань, ну сколько здесь градусов, Сань? Ну да, вот смотрите, чтобы было понятно. Вот так вот выглядит машинка. Здесь главное, что не нажимать на тормоза. Андрюшечка, давай, Витечка, давай. Я, Сашунь, спортсмен. Да. Я каждый день по 5 километров бегаю. Ну, упал ты феерично сейчас, дружище. Ну, блядь. Колобки, они так катаются просто. Мое такси есть. Здесь главное тормоз не перевязать. Вниз спускаться легко. Вот здесь подъемчик он такой. А вот он, моя любимая Yamaha.
кувыркаха. А вот он первенький. Не надо было нажимать на тормоза-то. Ты тоже ждешь последнего участника? Тайсон пусть едет за рулем. Парни просто дверь как бы забыли, мне кажется, закрыть. Дайте, блядь, поснимать-то нормально. Вы что, орёте-то, ёпта? Что за крик-то? Дверь. Мы бы и без так без вас видели, что дверь оторвалась, да. Чего орать-то, ты? Так, а у нас новый участник. По-хитрому. У нас новый участник. Новенький X3. Вау! Сейчас мог сделать там кадры, Кирилл. Вот они увидели новую машинку еще. А, главное, здесь надо посмотреть на людей. Вот они поехали в лес. Вот так вот, по-модному. По-модному, блядь. Как сын. Да. А это мажор. Да, смотри. Покажи, в чем ты, какая у тебя обувь? В чулках. Это Кельвин Клайн. Мы поняли, что это Кельвин Клайн. Вообще не вопрос. А это что, новый, да, монитор? Бумага А4 была. Они не разбирают. Ну смотри, поближе, ходи. Ну вот он, новый монитор на BRP. Сань, ну тебе как машинка-то? Супер. Надо, мне кажется, надо брать, Сань. Надо брать. Мы же знаем, что не пиздобол, Сань. Не пиздобол. К следующей субботе возьмешь? Давай. В магазин сходил за хлебом. Пока ничего. А, все нормально? А, мы ждем, пока вы проедете, просто за вами очередь. Да? Пройти. А, большая очень очередь. Очень большая очередь просто. Ну, смотрите, как там пизданет. А, мне очень нравятся твои пассажиры, они даже не шелохнулись. Это новички. Да. Что кофр — это всегда самая значимая часть квадроцикла. Достань, пожалуйста, мандаринку. Коричневую. Ребят, покупайте панцирьбокс. Короче, ребят, вот здесь сейчас стоит кофр панцирьбокс. Его просто приоткрываешь, он весь пластик, его помыл элементарно. Что здесь, как теперь туда лезть, как доставать оттуда, я даже не понимаю. Что здесь вообще? Просто большой, огромный кусок говна. А, любишь кататься, люби саночки возить. Давай, херать. Во. Это сейчас, знаете, что они хотят сделать? Они хотят ее просто перевернуть. Давай, Сань, тебя не хватало, Сань. Давай, красавцы. Вопрос только, что вы это делаете? Давай. Что это за такая нелюбовь к поваре? Кипинца. Вот он, лезь кто-нибудь под машину. А поднимите ее вверх-то просто, сюда, поднимите на горку, здесь посмотрим, что там. Миллион, отсюда кто заберет машину? Продается у Сани все. Чего, Сань, решили сжигать ее? Раз, два, три! Саша, сядь за руль, Саш!
еще одно. Вон туда под мамулю залезай, вон под мамулю, Коль. Нормально клади под колесо. Вот это вот да. Ой, что я вижу? Это же Макита. Это же Макита, что я вижу. Пока там ребята пилят дорогу, Александр решил что-то сделать. И куда ты заехал? Куда? Куда, блядь? Пиздец здесь. А и куда вы заехали, Александр? Куда вас привела нелегкая? Мы за дровами. А, вы за дровами. Ну здесь вот уже интересней. Пока они там распиливают, занимаются лесозаготовкой. Не доедешь до суда, ты сейчас сядешь на днище. Прекрасно, давай назад и вперед. Вот, все, все, этого достаточно, Сань. Давай. Отлично, Александр! Поларис! Согласен, не поспоришь, блядь. А этим временем ребята просто сделали нормальную цивилизованную дорогу. А вот Ямаха КВРКаха решила повторить, что может Поларис. И что-то не получается, не получается. Вот они, правильная посадка, да, правильная посадка. Может ездить назад. Вот видите, чем отличается квадроцикл от машинки. Вот квадрики совершенно спокойно проехали там и все. А машинки здесь все встали. Ай, красава! Сань, газу только дай, дай на газах пройди! Лошара, блядь, педальная!
Прокатились, Александр? Слушай, мне очень машинка понравилась. Вообще, классно подвела. Проблема все свои плюсы, устойчивость, стабильность в поворотах. Ну и длинная база даже где-то выручает на бездорожье. Да, и вот так вот она закидывается грязью, чтобы вы понимали. Вот такой вот прекрасный момент. Ну ты любая все это закидывает. Согласен, согласен. Если нету, панцирь-бокс не стоит. Сейчас будет все зависеть от того, насколько Коля хорошо помнит дорогу. С учетом того, что у него топографический, смотри. Но я думаю, что он сунется в болото. А вот так вот выглядит наш троллейбус. Чтобы было понятно, как мы прокатились. Хорошо ли мы прокатились? Да мы офигенно прокатились, парни. Вот так вот он выглядит сзади. Мих, все. Насчет костюма, короче, тебе наберу тогда. Давай, кстати. Давай, давай, давай. Пока. Все, счастливо. Ну, Кирюх, у нас задача какая была? Показать всем, что мы наравне, да? Задача показать, что мы можем ехать наравне с халифтерами, с поларисами, обычными. Но... Да, но где-то застревал, но... Ну понятно, что не подготовлена вот техника. Так, вот когда вот так было все, тогда... Да, тогда только давайте вспомним, давайте вспомним. 700 тысяч, ну... 1 700 000, да какой, блядь? Три миллиона. То есть любая здесь техника, любая техника, она здесь за, ну за двушку точно. Да. То есть это примерно 4 квадроцикла. Любая, можно любая эта машинка. Парк можно сделать, да? Да, парк. Так что, ребят, имейте в виду это и принимайте решение, что, кататься, получайте удовольствие. Сашунь, тебе большое спасибо, что ты нас позвал. Да это ради бога. Позвал нас, конечно, Саню. Видишь, небольшое. Но он же забыл. А Саня полноправный... Зелень я заберу, не ссы. Саня полноправный член самой лучшей команды, самой большой. А, и... Чеховских проходил. Спасибо, Сань. Мы это знаем. Спасибо, Сань. Можно было ничего не говорить. И снега, и квадро. Это, да, и это мы. Дональд Крю, Рус Райдерс, как там хотите называйте. Вот. Люди, которые по-настоящему говори, катаются. Говори, говори. Да. Мы сейчас вас спросим у него. И пускай он Дональд ответит. Крю. Да, Дональд, и пускай Крю. Он ответит. Вот, Сань, посмотри, и пускай он, Сань, и пускай он ответит, да, Сань. Да, да, да. Мы, Дональд Крю, посмотри на эту машину. Красную. У нас две кепки красные, мы скоро поедем. Подожди, мы вот сейчас тоже... Мы тебя пригласим. Андрей Сергеевич, я хочу сказать, что когда наше знакомство только-только началось, а это был, по-моему, там спор устроенный кем-то, да? Вот. И когда мы приехали, и я застрял, единственный, кто на тот момент из чеховских проходимцев, кто подъехал ко мне и сказал, я тебя не брошу, и вытащил меня, это был он. Неправда. Неправда. Это был я. Это был я и Илюха. Благо тогда мы улетели первыми. Куда? Домой. На вертолете. Ну, из Чернобыля. Да. А застряли-то где вы? Ну ты на болоте. Ты что, да. Помнишь, там с угла он заехал? Да. И Саня единственный, кто подъехал и сказал, я тебя не буду. А, я тебе сейчас напомню ситуацию, потому что надо было снимать. Удиви. Ну, я тебе так и говорю, что надо было снимать, потому что застрявших было там до хера, снимать надо было всех. Что ты? И они всех вытаскивали. Да. Че, кто вытаскивал всех? Чеховские проходимцы всех вытаскивали. Проходимцы, они как проходили мимо, один мать подъехал и сказал, я тебя не брошу. А ты уехал в машину садиться, правильно, домой ехать, а не снимать. Че ты рассказываешь? Домой я не мог поехать. Ты домой уехал. Ты улетал. Ты домой уехал. Я-то да. Я самый последний оттуда уехал. Я не мог куда. Я выезжал, чтобы всех снимать. Санечка, напомни ему. Ребят, ну вот и все. Еду домой уже. С чего начинали, тем и заканчиваю. Отлично катнули. Отличная компания. Показали вам квадры. Показали вам, что могут эти квадроциклы. Главное во всем. Собирайтесь, приезжайте в Formula X. Покупайте себе новый квадроцикл. И катайтесь в свое удовольствие. Сделайте большую, огромную компанию, и вам будет кайфово. Ну, а я с вами прощаюсь. И как обычно... Ребята, после каждой покатушки, видите, какой я еще грязный, надо обязательно куда? В баню. Потому что сейчас, что там, коронавирус. Надо есть этот чеснок. Если он хотя бы не помогает, то хотя бы к вам за метр никто подходить не будет. Это уже хорошо, чтобы не заболеть. Так что, парни, в баню обязательно. Пока моя там сейчас баня разгоняется, выглядит у меня все вот так.
Так что сейчас залью водичкой. Берем водичку. Опа. Давайте там профессионалы сейчас там наговорите мне всякой херни, что я там камни залью. Еще что-нибудь. Короче, я в своей бане парюсь, как хочу. Я был рад вас всех видеть. Еще разочек. Всем пока.